А, Роберт, как вообще? О! Роберт! Ты чё остановился, Роберт? Шкабыски, мои почтенные друзья, меня зовут Влад Шрейдер, с возвращением в Conjuring House. Окей! Смотрите, меня рады видеть, дверь даже открыли. А, менюшка тут, конечно, просто кайф. Не кривя душой, даже после нее можно уже немножко обосраться. Ну давайте нажмем продолжить, да? Да? Пока эта чертова мелкая девчонка не пробежала, нагоняя на меня жути. Ну, как бы, ничего. Проклятый дом, что с него взять, правильно? Вот, смотрите, вот газетная вырезка. Что, как бы, в доме Аткинсонов и мини Аткинсонов Хаунтит. Вот, смотрите, да, мы резнулись в самом безопасном месте на свете. Судя по всему, у нас сохраняют бабушкинские рецепты, как закатывать банки. Типа, я, смотрите, я могу с ними взаимодействовать, видимо, закатать одну баночку. Вот же, можно же. А, ладно, хрен с ним. На самом деле, я пересмотрел прошлый видос, и вообще, как вы смотрите, я уже вот так вот головой мотаю, как бешеный. Как в жизни, собственно. Постараюсь в этот раз поменьше головой двигать. Так, народ, где вообще? Не, знаете, куда пойти? Туда, где были тентакли. А, знаете, ладно, я только что забил на свое обещание, буду дергать головой, как бешеный, и буду продолжать, да. Вообще, знаете, я подумал, почему бы не зайти в проклятый дом? Ничего не вижу. Где фонарь? Блин, а реально, тут же где-то фонарь можно достать, так-то... Сейф, я сюда вышел, окей, пойдем туда. Опа! Чтоб, суки, все боялись, как я открываю дверь, так же, как головой дергаю. Блин, тут прошел, да? Это все видели? Это что, игра на мной издевается? Типа, опа! Ты пройдешь! Ну да, я так и подумал. Что у меня там? Найдите ключ, рыб, тельца, 5 артефактов. Окей, знаете, где я не был? Я не был там, где тентакли. Теперь мне надо как-то найти эти тентакли. Да, дверь заперта. Господи, вы видели мои пакли? Ложная тревога. Хорошо, что я надел подгузник. Как раз для ложных тревог. Ложно-тревожный подгузник, да. Надо запатентовать свою компанию. Правда, куколка? Нет, ты что-то сегодня не в духе. Ладно, пойду-ка отсюда. Специальные треники с кармашком. Обострились в свое удовольствие. Сохраняет тепло, проветривает, и я ничего не вижу. И там еще можно поместить фонарь. Опа, чуть были тентакли. Окей, мы тут сохранимся, короче. Безопасно, безопасно. Закрываем. Все, я в домике. Спасибо, бабуля, за твои маринованные помидоры. Окей, так, новая в щель, да, применить. Все, кайф, все, сохранились, будем возле тентаклей. Начинать, если еще. Пойдем сюда, вот тут я не был, да? Я сюда побежал, тентакли ушли, и я свалил. А, к ним можно проползти, прикиньте. Там еще какой-то коридор. А! Здравствуй. Ты местный гид? Знаешь, я тут все время с бесформенными чуваками тусуюсь. Хоть бы человеческого тепла почувствовать немножечко. Роберт? Роберт? Is that you? Ну ты урод. Ты хоть говоришь, что ты урод? Мы же как бы друзья, можем друг другу доверять, да? Wait, where are you going? Куда, Роберт? А, просто ворона. Я так пугаюсь ворон. Хпу на тебя, ворона. What on earth is going on here? Дверь разблокирована. Это чё, дверь овна? Жесть, я тут контент пропускал, конечно. Чё это? Фонарь, наконец-то! Вспышка! Опа! 4. There's a number written on the wall. All the other numbers have been erased. Остальные номера были стерты. То есть первая цифра 4. Oh, and that's a padlock. Также нарисован замок. Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. Возможно, это связано с кодом блокировки, который я нашел на двери. Но кто это? И какая моя его цель? Мувик вырубился. Ага. Чё? Press left button or A to save the number. А, он... Ай! Ёпта, а что такое? Шо? О, Роберт, ты не в духе, да? Нет, Роберт, знаешь, мы все тебе о том говорили, что бухать это вредно. Ладно, знаешь, я тебя утешу. Братский брофист, я тебя обниму, да. Посвящу тебя в хлебало фонарем, притворюсь котиком. Ага. Роберт. Роберт, what's wrong with you? Роберт, answer me. У меня еще фонарь садится. Замечательно. А, Роберт, как вообще? О! Роберт! Ты что, остановился, Роберт? Твою мать, ты тварь!
знал, что ты паскуда. С первого класса знал, знаешь? Get out from here. Ну так есть еще бы явно. А, то он успел написать? А, это для темных помещений. Он мне садится, интересно, он подзаряжается или нет? Батарея. Матч 21. Пойдем искать дальше. Хорошо, я нашел фонарь. Это было довольно быстро. Прямо сразу. Ну что это такое? Ну пацаны, ну ей-богу. Не дают шаг пустить. Я тебе серьезно говорю, у меня фонарик ослепнуть можно. Ну да. За повелитель туалетной бумаги. Я, видимо, не понравился. Твою мать, господи, блядь. Не дают мне продуху, я уже привыкаю к вам, чуваки. Да, сломал, встаю. Нет, не могу встать. Сейчас встану. Так, 5 пальцев. Все в порядке. Все на месте. Ага, текаем. Куда текаем? Он за мной идет? Или нет? О! О! Безопасно! Закрыть! Я внутри! Я тебе внутри! Ладно, попытка номер два. Давай! Господи, это такой медленный, сука! Слоупок! Я в безопасности! Сосай! Тебе не пройти сквозь маринад и огурцы! Я не могу сейчас игру сохранить. Почему это? А если я хочу? О! У меня аж уши затряслись. Так, ясно. Не, ну я как бы, да, умный, да? Прошел, видите, она на меня гонять будет. Тут еще Роберт мне пытается подсказки дать. То есть Роберт как бы положительный, несмотря на то, что он меня пугает. Ладно, полезли в помойку. Че тут зеркало с батареечкой, да? Зашибись. Есть что? Тараканчики. А, смотрите, у меня исчезло задание найти выживших в экспедиции. То есть Роберт это единственный, кого я хотел найти? Не, серьезно, чувак, давай договоримся сразу. Если будешь так же долго заходить в маринадную, то я не знаю, я с тобой играть больше не буду. Ну, правда. Он так долго дверь открывал, сука. Опа! Блин. Блин, таких звуков раньше не было. Окей, короче, мне надо найти ключ от код от замка, получается. Первая цифра 4. В темных местах, видимо, без фонаря их не найти. Хорошо, давайте исследовать. А, давайте снова скажу. Что это такое? Звуки такие, как будто я с котом играю. А камин работал? Опа, 9. Так. Первая 4, вторая 9, допустим. Просто 9. Ну, ее очень трудно, на самом деле, заметить, но ее вид... Ее видно без фонаря? А, так, с фонариком, конечно, удобнее, да. Блин, они, по-моему, по всему дому были раскиданы, то есть они были не нужны мне, пока я не подобрал фонарь. Заперто на ключ. Окей. Накрыть ключ весов. Самый лучший ключ, кстати говоря, потому что я... Весы. Что ты, суки? Так, next цифра 2. Ага. Эта дверь не работает. Окей, осталось четвертую цифру найти. Ну, я почти нашел. Довольно быстро, кстати. Какой современный дом. Дверь с автодоводчиком. О! Работа идет очень медленно с момента исчезновения двух рабочих. Рабочие напуганы, а многие бежали. То есть двое. Я сожалею о том, что вынужден отменить работу. Мы не можем продолжать в таких обстоятельствах. Это не просто легенда, это место действительно проклятое. Если у меня есть какие-либо советы для вас, сэр, то только совет, как можно скорее покинуть этот дом. Это не место, где можно жить. Хорошо. То есть плохо. Но если я несу, то и вынесете, правильно? Блин, батарея хоть жопой жуй, хоть в очко их запихивай, серьезно. Кстати, в светлых комнатах... А, нет, там тоже горел камин. Я там нашел цифру. Автодоводчик. Всех, вот всех победю, смажу тебя. И не только тебя. Блин, мне кажется, в том туалете возле самого замка, где-то вдали есть. Пойдемте сохранимся, а, на всякий пожарный. Ну что, бабуля зря старалась, рецепты писала. Ну серьезно, если мы не ходим, сохраняемся, да? Оп, новая щель, кайф. Новая щель, новый день. Вам нужно ключ от коробки. Новая задача? Кайф! Ключи, замки, коробки.
Какой-то век. Все решает хорошая монтировочка. В толкане что-то должно быть. Не может быть. Просто толкан. Просто батарейка. Так, я вспомнил, я должен был медленно головой водить, а то у меня реакция как у мангуста. По-моему, вы за мной не успеваете. Ну или хотя бы здесь, давай, циферка. Ясно, нам нужен еще один. 4, 9, 2, хер. Где-то в темных местах, я, по-моему, во все щели заглянул. Здесь батарейки резаются. Давай, давай, пульт нажми, красавчик! Так, бабуль, сейви. А чё потухло? Оп. Ну все, по сути, рецепты загорели, значит все нормально. Блин, я похоже правильно в направлении шел. Так, я открою. Ага. Выходим. Радует одно, что эти паскуды, которые за мной бегают, они хотя бы не стараются. Потому что я бегаю как инвалид, вот правда. Я ненавижу делать две вещи, открывать двери и искать код от замка. По-моему, я здесь что-то упустил, но это не может быть вот просто так все. Три, два, четыре, восемь. Это что, рассчитано на полного дауна? Вот так просто? Ключ тельца! Ха-ха, наконец-то валим отсюда! Быстренько в двери с тельцом! Кайф, их прямо уж очень много! То сначала нужно зайти к бабуле. Как вообще, вот если вот подумать, как можно было догадаться, что код от сейфа, черт возьми, над сейфом? Ну что, сука, я телец или не телец? Давайте искать. Вот они, новый контент, ура! Открывай. Мне это не нравится. Я почему-то закрыть не могу. Угу. Вот прям супер неприятные. Занавесочки, ладно. Ты чё, вы? Шесть! А это что? Ну вот шесть, ага. 4, 9, 2, 6 или 4, 2, 9, 6. Прикольно, я могу прям со всех занавесок посрывать. Вот это у тебя сухой... А, это бидон, я уж хотел спросить, почему. What's that? Что это было? А это? Ага, бидончик. А это? Вы не поверите, но снова купидончик. А тут? Да надо же! А что тут? Купидончик! Я начинаю ориентироваться в пространстве или нет? Или это просто какой-то рандом? Я вроде как бегу, 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 а потом прихожу туда, куда нужно. 4, 9, 2, 6. Ура! Кайф, снимай, снимай, все, убирай его. Оп. Е-бой! Что тут у нас? Тут у нас точно такая же комната, ничего не поменялось, только бухлап побольше. И оно не вскрыт. Я об него запнулся. А, вот сюда убегал чувак в самом начале. И туда он пролез. Закрыл, сука. Ясно. Все, все, ну одного раза достаточно, ну не тупи, ну не ломай плечо. Ну, похоже, видимо, сейчас найду самый первый артефакт. Их же 5 артефактов, да? Уйди. Вон, видели, я краешком глаза заметил, там тот самый артефакт. Это Роберт. Is it a dead body? Oh, somebody's there. I gotta be careful. Это же Роберт! Как ты узнал в том мудаке Роберта? Это Роберта не узнаешь? Или это... Хорошо, крысу поймал. Кстати, да, тут была. Ползай, 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 ползай. Oh, no, it's Robert's dead body. Я тебя не найду. Choice, I've got to keep going. У меня нечего сделать, мне надо идти, артефакт должен быть с ним. Твои слова, мое управление, и мы перевернем этот дом вверх дном. Нет, ну не надо, не надо, не, ну не надо. А, все? А.
Делаем. Защита талисман. Кайф. Один. Т. А! А! Это как в фильме «Час пик». Открыл, закрыл. Оп! Flip it open. Flip it closed. Do it fast. Flip it open. Flip it closed. Do it fast. Все, можно проходить в любое место, обыскивать все, что хочешь. Все, наконец-то. Первый артефакт. Вот очень странный, кстати говоря. Это... штука на кухне. И она еще умеет лечиться. Там сердце. Да, там сердце, действительно. Странная дичь. Все, хватит на него смотреть, убирай его. Что, хватит на него смотреть? Мы поняли, мы поняли. Т? Что? Сжечь его надо? Чего ты, сука, ждал? Найдите 5 артефактов, найдите ключ. Бля, ну... ну... помедленнее, братан. Тяни время. Тяни время. Она подумает, что мы сдались, и обыскать там лицо, а не убьет. Она сейчас... я понял. Ты видала, что у меня есть, сука? А, ясно. К силу мы не покажем. Нет. Знаешь, я тебе говорю, что я люблю Мил. Супер класс зарос. Ксива всему голова. Что-то изи. Чувака явно тянет к земле, он все время туда смотрит. После каждой такой дичи нужно сохраняться. Вот этот поворот. Вот этого я правда не ожидал. Можно сжечь, точно там камин есть. Да бля, да ты фак! Ну беги, сука! Какой же он медленный, я тебя ненавижу, давай! Вот он где-то тут. О, пойдет? Сжечь нахер! What is that? Рыбы! Это на втором этаже! Кайф! Прикольно, что больше и больше контента накидывают, ну и как бы плохо, что больше и больше контента накидывают. Нужно непонятно, что сделать, куда податься. Блин, если бы она была закрыта, я без не знаю, что я сделал. Так, щели. Оп, применить. Щели записаны. Все, по сути, можно идти на второй этаж. Сколько тут рыб? Одна. Так. Я открываю. Опа. Это я не вижу. Баны лаги. Я не знаю, видите вы их или нет. Телец. Мы нашли шкафчик Эдвина Аткинсона, спрятанный на чердаке. Мы уверены, что в шкафчике находится ключ, открывающий секретный путь к библиотеке. Как кажется, было упомянуто в дневник Элдвина, нам всегда нужен секретный код, который знает только Элдвин. Блейк предложил провести спиритический сеанс для общения с духом Элдвина, попросить его любезно дать нам код доступа. По его словам, чтобы добиться успеха в сеансе, нам нужно использовать объекты, связанные с Элдвином. Бля, дуря, это что, должен духа вызвать? А их тут как бы и так немало. Ебать. Тут еще выше можно подняться. Близнецы. Хер. Не открывается. А, это рак. Блин. Показываю идеальное знание знаков зодиака. Да fucking fuck. Тут столько дверей. Столько всего наверху. Прямо столько же, сколько и внизу. Вы представляете? Вы же представляете, можете, сколько тут всего. О, эти штуки можно открывать. Вы представляете, сколько я шкафов просто... Сука, найдите ключ близнецов. Так, опа. Резко открываем, чтобы все, сука, боялись. Еще один ключ. I need to find a way to cut it. Мне нужно найти способ обрезать. Тут не нужен ключ, понимаете? Тут не нужны коды. Можно просто обрезать. Вау! Похоже, меня посвятили в анальное братство. Я прям это почувствовал. Ого. Поместье? Зачем я перезарядился? Поместье еще раз в 3 больше стало. И тут тоже надо, да, ножовку? Ага. Что-то открыл. Почему-то.
стильцом, да? А, это дверь. А почему она открылась? Потому что близнецы или рыбы? А, рыбы или телец, да? А, вообще-то не волнует. Дом еще в 3 раза больше стал, еще больше. Это лев! Нет, сука, скорпион! А, не, смотри, угадал сразу лев. Что-то изи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то меня пугает больше не сколько сами скримеры и национальное братство, которое меня там пытается догнать, сколько обилия ключей и предметов, которые бесконечно нужно искать. И не разбить даже, вообще ничего не сделать, представляете? Просто представить, не можете? Чё можно сделать? Мне ничего нельзя! Вообще, нифига! Оп! Все закрыто! Везде все закрыто! Долбимся во все двери! Ни хера не получается! Оп! Закрыто! Нам нужен лом, чтобы двинуть ее. Просто запиши на мой счет куда-нибудь. Я официально заявляю, что я заблудился. Я не знаю где. Я хожу просто по потолку и вообще просто не одупляю. Сколько нужно было денег потратить, чтобы излечить этот дом? Да не, даже не излечить, а сколько нужно было, чтобы нужно было перестроить, ё-моё. Миллионы? О, это Тейлор. О, Тейлор. Прости, я тебя не заметил. Приветил, Тейлор. Я уж тут хорошо устроился. А, Тейлор, тебе нравится Тейлор Свифт? Тейлор. Тейлор, wake up! Oh, no, it's too late. He's dead too. О, Тейлор, видимо, вообще худо. Когда проснулся за минуту до будильника. Один в один, серьезно, я так же себя веду. А что, ключ-то уже не надо забирать, что ли? Вот это жопа, просто жопа. Ключ, Тейлор! Крака! Неудивительно, Тейлор! Вау, тараканы прям разваливаются. Ты тварь, Тейлор! А, все, валим отсюда. Ау! Ёп! Юмай! Бомбануло! Да? Да, попробуй, подолбись, да. Бомбануло у этого табурета. Значит, что ты можешь? Перезарядим. Тейлор! А, Тейлор! Ну вот же, двигай эту хуйню, давай! Сделай что-нибудь! Тейлор, помоги мне! Оооо! Спасибо! Как же у них бомбит! Двигай! Нет, 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 нет. А, все? Чертова бабка. Пиши, 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 пиши. Я даже не помню, где сохранение. Эх, тут вообще нет. Что за место первый раз здесь? А, о. Шевелись! Господи! Стоп, я не знаю, чтобы у тебя так же быстро что-нибудь двигалось. О, все, вообще сохранилось. Господи, как же он медленно двигается. Блять, тебя ненавижу. Окей, погнали. Ну что, ребят, думаю, на сегодня хватит нам Conjuring House. Продолжим в следующий раз. Какая-то жесть, дом еще больше увеличивается, еще больше ключей нужно найти. И мы постепенно находим пропавшую экспедицию. Плюс нас посвятили в анальное братство, все, что захотите. На самом деле, несмотря на то, что дом здоровый, она все-таки линейная, нужно примерно запоминать все эти ходы. Вот взял ключ, прибежал, открыл дверь, вернулся туда и так далее. Но ее поиски цифры, конечно, изрядно меня подвымотали. Как можно было догадаться? Все? Больше не ною. И что, ребят, спасибо, что все это время были со мной. Как вам прохождение Conjuring House? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Рассказывайте друзьям, если вам понравилось. Будущее, ребят, парочка видео для вас. Тут отдел, тут вторая, очень интересно. Посмотрите, что там, да, как? Ага! Давайте быстрее прощаться, а то сейчас там девочка побежит. И до встречи, ребят, в следующем видосе!